Премьера на национальном телевидении. Смотрите 17 декабря в 20 часов. «Круглый стол» с Натальей Володиной. Гости программы – министр здравоохранения и социального развития Чувашской республики Алла Самойлова, главные врачи республиканских медицинских учреждений и представители общественных пациентских организаций. Вы узнаете о том, какие изменения произошли в здравоохранении в последние годы, точку зрения врачей на то, почему не поставали чувашские медики, а также о том, что ждет отрасль в ближайшее время. На национальном радио запись программы можно услышать 29 декабря в 19 часов и 10 минут.